Шанхайский полдень взрывается джой. Ты на районе барыгу сменили на битву. Сегодня на концерт саундчек был в 4. Немного почифирили, и мы уже в эфире. Эти улицы пропитаны насквозь порохами, шлюхами, этот рэп опасность. Бадики района никому не дают шанса. Самый бешеный МС может обоссаться. Проплывает караван тачек, посаженных в хлам. С пятачка летит салам, уалейкум салам. Пацики вскрывают окна, не найдешь их пальцев. Но копы все же взяли след по запаху кавказцев. Андер в твоих ушах, ю. Лучше не рамси и потеряешь дар речи. Кто на нас попрет пером, того положит стечки. Витрап штели, смотри как кто в деле. Не выходя из студии уже как две недели. По ящику МС непонятно что мелят. Все эти гангстеры сами себе не верят. Витрап штели, смотри как кто в деле. Не выходя из студии уже как две недели. По ящику МС непонятно что мелят. Все эти гангстеры сами себе не верят. Этот битарио, то что мне нравится, просто мне нравится бит. Нет, не, 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 не убить, нет, нет, просто мне нравится бит. Я дышу, когда пишу, нет, ты не си, я на шуме шучу. Ты пиздишь или мешаешь, уличным ветром, сука, станешь. В городе дебилов, удивил, бля, кто ж тебя кинул? Сам дробила, барыг писанут, не мешало бы нам всем, а жаль финал, все тупо писал. Ты типок автобот, а на улице тупо задрот. Да, и кто же по харе ему навтыкает, если на улице не замыкает? Просто следи за базаром, сынок, кто-нибудь срубит ударом висок. Было написано 1000 строк, хочешь походу услышать итог? А ты в твоих ушах, ю, делай звук. Пацанам покуренных салонах пламенный салют. Витрап штели, смотри как кто в геле. Не выходя из студии уже как две недели. По ящику МС.